Алло, Жень, пойдем. Алло, да нормально, нас вообще кидануло наше руководство, она отступила. Вот, а нас, короче, уже прикомандировали к другой бригаде. Представляете меня, мы ехали на Урале, я в кабине сидел. Пацаны, которые сзади, короче, все, короче, мертвые, короче, с танка хуйнули прямо в кабину нам. Мы выскочили, побежали, вообще в шоке. Потом приехали, нас, короче, с артиллерии расстреляли. Мы вчера бой держали, у меня прямой бой был. Вот. Я вчера два раза чуть не где-то родился. Меня вплотную чуть не расстреляли. Вот, с автоматов. Прям пули рядом, прям вообще первый раз идет. Земля аж поднималась рядом с ногами. Мы хоть с кольца вырвались, нас кольцо там взяли. Мы три раза пытались вырываться, три раза нас это градом расхуяривали. Угу. Послушайте, если вам дали хоть что-нибудь. Да нет. Ну, вода есть, мы воду набрали сами. Вот. Вот, а еду, ну не знаю, сейчас что-то ищут там пацаны, сухпои там сейчас что-нибудь разделим, чуть-чуть поедим. Тут еще с танка хуйнули, спина вся болит, блин, голова болит. Господи, что там рядом, нет или как? Да нет, я пришел, они сказали, не до тебя, можешь даже не подходить, ты ходишь, это, так что иди, говорит, бери автомат и иди дальше в бой. Я говорю, у меня голова кружится, они говорят, нет, ни времени нет для тебя, и все.